интересно, этот чел, он же радаром снимал, а я тогда ехала сколько? 80, наверное. Ну, может, 70. Ну, 70 это мало. 300 рублей. 300 рублей штраф? Но ну, они больше 5000 не имеют права, даже если ты превысил скорость на 500 км/ч и... Нет, это как в два раза до лишения прав. Нет, когда тебя снимают на камеру, больше 5000 не имеют права, даже если там твой место, что пьяный ехал. Да? Да. Ну, то есть пьяный тебя не определят, да? Нарушение какое-то, если у тебя жесткое, то, которое лишает прав, двойная сплошная, на камеру тебя не имеют права. Только если тебя очно инспектор остановил. А откуда они могут знать, что ты пьяный, если ты просто на камеру тебя сняли? Двойная сплошная, это ведь лишение прав, это же как бы даже если просто на камеру сняли. Да. А ну как они потом докажут, что ты был за рулем? Как они докажут, что ты был за рулем? Номер. Номер. Ну и что? Может быть тут другой, может быть. Ну, вот. Ой, это такой едет страшно. Ну вот, видимо, поэтому. Я уж повезла. Такие штрафы. Ну, я думаю, что твоя контора будет платить, а не ты. Почему? Номер-то не на машину, не тебя. Ну что, у нас самые платят. Ну как бы контора платит, ты знала, а потом вычитает за зарплату водителей. О, смотри, жары. А это тоже, да, это самое? Какая-то? Ну, конечно, это 60 км. Тут жарит, наверное, очень хорошо, так красиво. Так, здравствуйте. Мы ведем прямой репортаж из автомобиля Ford Focus 2, за рулем которого находится Кристина. Она тут решила сегодня, устроила всем праздник, организовала поездку в Новгород, в Великий Новгород. Я ничего не организовывала. Была вот что, смотри, вот ограничение 60, а этот придурок несется, он не 60. Вот смотри. Смотри, вот тут справа едет, он ни хера не 60 едет, он, смотри, каким габаритом. Просто ужас. Почему он так едет? Он? Я думаю, не надо спросить. Это же, здесь же деревня, как бы, здесь же больше, наверное, нельзя больше, чем... Да, белый знак, а вот сейчас можно. Жары заканчиваются, жары. Молодец. Можешь ехать 90? 90, я хочу тебе сказать, это немного больше. А 100 рублей штраф это за какое самое? 100 рублей, не знаю, перебежать на красный. Подожди, 90, а здесь нельзя за 110? 110 у нас вообще нигде нельзя. У нас 110 только покажется. У нас нет этих автострад, как они называются. А, то есть как бы я еду 110, а здесь ехать 110 нельзя? Вообще нельзя. Ну, как бы всем пофиг. Все прекрасно понимают, что скорость. В Америке в свое время вообще не было ограничения скорости максимальной. Но в 70-е годы топливный кризис заставил ввести ограничения по скорости. И все. Как бы тоже ничего не ограничено. В Америке можно было до 70-х годов не было ограничений скорости на хайвее. Блин, я не буду туда ехать. Потом перевести в 73-м году топливный кризис должны знать. Я это не изучал. Тебе где я училась? Мы же изучали эти делать. Когда? Историю, когда мы уже поняли. Что у нас так хорошо историю преподают? И ты нажимаешь газ, а она нихера не едет, прикинь. Давай. Сейчас вот, этот придурок будет передо мной перестраиваться. Что слава, видишь, не очень хорошо. А на самом деле не надо так быстро ехать. Хера, ты машина так какая-то. Куда ты столько много? Ты, блин, не видишь, что здесь вокруг пипец какой творится на перерубке? На самом деле ладошки все потные уже.